Всем привет! Готовлю завтрак. Тарелка большая, тем поменьше. У нас утро 5 января. Толик звонил, попросил, чтобы посмотрели в ближайшем Тихорецке боулинг, вот это вот сесть поиграть. А я не могу сразу смотреть и готовить. У меня начинает все гореть, ты же знаешь. На Тихорецке нет боулинга? А мы же, по-моему, хотели этот раз посмотреть, посмотрели. Вроде бы не было. Поэтому мы в Краснодар поехали. А по-моему, был боулинг, просто мы выбрали в Краснодар. Просто сметану, которую вчера покупали, съесть с сырниками. А потом, ну, это, новую взять. Я же не хотела сырники готовить. Не планировала. Че, дядь Коля не приходил с утра пораньше? Не-а. А что это? А голуби летают? Они там сидят. Сидят? Ну-ка, что-то у нас здесь. Я уже стирку поставила. Одеяло стираю. Ну, тоненькое одеяло. Сейчас просто выключила, на стол поставила, потому что шумно, шумит. Что-то есть? Что-то есть? Да. Ну я же говорю, есть. А то у меня уже, видишь, это подгорать. Все начало. Сейчас посмотрим сайт. Так, это надо под крышку. Что это крышка? Нормально. Что, нормально получилось? Да, я, кстати, творог замораживаю. Я вот беру творог, и, допустим, если у меня его много, там, я блины приготовила, если у меня еще остался творог, то я его в морозилку. И все переживала, как он будет после морозилки, наверное, такой будет весь раскисший, такой водянистый. Нет, совершенно нормальный творог. Я его разморозила в этой, забыла, как называется. Микроволновки. Микроволновки на разморозку поставила. Разморозил он. Тесто отличное. Гляньте. Так. Угу, такие хорошенькие, пухленькие получаются. Чего, нашел что-нибудь? Да сейчас смотрю здесь. Какой-то сайт этот, странный. Хотим съездить куда-нибудь погулять. Отдохнуть. Здорово. Ему спасибо. Сейчас позвоню, спрошу. Но Сушан чихает по 5 раз. Никогда он ни один, ни два раза не чихает, а 5, да? Вот стабильно, да, 5 раз? 5 раз, да. Ты хоть раз больше чихал 5? Нет. 5 меньше раз? 5 раз чихал. Сколько? 4? Позвони, потому что сейчас могут еще быть выходные. Ай, просто начинает. Может, тебе яйца еще пожарить? А? Да нет, нет. Не берут. Никто работать не хочет. Хотя почта у нас сегодня 5 число открыта, да? Ну да. Там боулинг. Думаю, Калининградская есть. Может быть, я не знаю. Они же в Краснодаре там клевый боулинг, мне прям нравится там.
Что, нету? Есть в Саратовской области. У нас, говорю, у нас здесь рядом вообще ничего такого нету. Если куда-то ехать, где-то отдохнуть, чтобы там поиграть во что-то, там в бильярд, в боулинг, там на... покататься на коньках, это нужно в Краснодар мчаться. А дорога 150 километров там, она просто выматывает. А заезжаешь в Краснодар, встаешь в пробку, ну это, короче, полдня, чтобы добраться до пункта, до места назначения, да? Угу. А тем более сейчас я смотрю там, в Краснодаре такие пробки, люди жалуются. Я подписана на новости Кубани. А, здравствуйте, скажите, пожалуйста, боулинг у вас есть? Да, есть. А сейчас работает? Да, работает. А скажите, а за какое время нужно звонить, чтобы дорожку забронировать? На какое время вы попросили? Ну, ближе к вечеру, где-то после шести. Шесть вот так. Сколько? Шесть. Еще раз. Сколько человек будет? 5 человек. Как ваше имя? А? Имя ваше. Ваше имя, скажите, пожалуйста. Рушан. Плохо слышно. Рушан. Ага. 966. Смотрите, игра в боли. Сейчас Сколько? 750. Ага. Все, я бронирую. Хорошо, все, спасибо. Это где? Тихорецкий. Тихорецкий? Это недалеко? 50 км. 50? Ну, видишь, я же тебе говорила, в Тихорецке есть боулинг. Не, ну есть, но они трубку не брали, дали. А в Краснодаре дорога, по-моему, дешевле, да? Нет, в Краснодаре это дороже. 800, по-моему, да? 800. И там в торговом центре тоже это. И чего, на что? Ну, там проходимость такая хорошая. Людей много. Ну, надо пока доедешь, блин. Ну да, я говорю, в Краснодар пока доедешь. В пробке отстоишь, блин, и потом это. Что потом не до игр, да? Не хочется ничего. Хочется обратно домой, ты уже голодный, холодный. Злой, добрый. Какого чёна? Чё, идёшь? О! Завтракать. Нет, я одеваться надо, сейчас приду. И чё, не надо завтракать, что ли? Потому что переодеваться надо? Я приду. У нас сегодня мега крутая посылка. Это интернет-магазин «Беру оптом». Там, кстати, сейчас на весь товар идет скидка 21%. Так что забегайте, смотрите обязательно. Вот, а я вам сейчас покажу, что я заказывала. Заказывала я новогодним праздником. Но заказ я сделала очень поздно. И за счет выходных все очень шло долго. Вот такая вот. Это антистресс. Так, антистресс получается подушка. Это щука, как я поняла, да? Щука. Это я заказывала дяде Коле, нашему соседу. Но ничего, у нас впереди еще есть праздники. Подарим. Обязательно. Потом здесь у нас идет очень много масок. Вот. Маски положили в подарочек. Огромное спасибо. Будем делиться со всеми масками. Потом здесь у нас тоже подушка антистресс. Вот такая подушка. Пивная банка. Это подушка тоже для друзей. Потом посмотрите во влоге, может, покажем, кому подарили эту подушку. Эту подушку покажем.
Так. Здесь у нас все. Все, что здесь находится, все, что сейчас я вам покажу, это все в подарок. Вот такая вот подушка, тоже антистресс, повар. Игрушка антистресс, мнушки. Кот-повар. Там внутри какие-то шарики силиконовые. Что такое? Почему? Одеяло упало? Одеяло белое упало? Ну вот так вот это. Ладно, я перестираю. Как говорится, вот так вот и ветрено, да, вот постоянно ветер, и вот без толку, хоть ты на прищепке цепляешь, все равно все он по полу гуляет. Ладно, буду перестирывать. Сейчас вот такая вот подушечка антистресс. Здесь у нас еще одна подушка антистресс. Кошка. Ой, какая она клевая. Такая вот беленькая кошечка. Внутри тоже шарики. С хвостиком. Хвостики тоже шарики. Вот такая подушка. Еще одна подушка антистресс. Это зайчонок. Вот такой симпатичный зайчонок. Я думаю, деткам вообще будет интересно играть. Еще одна подушечка антистресс, тоже с шариками. Такая подушка с ногами. Оригинальная. Сплошные подушки антистресс. У всех прям как будто стрессы здесь. Вот такая подушка антистресс в виде барашка. Вот. Красивые. Лапки. Ушки. Такая достаточно. Я, если честно, когда заказывала, я думала, они будут поменьше. Вот. Достаточно такая хорошая подушка. Объемная. Так, далее. Здесь такой костюмчик. Пижама женская с длинными рукавами. Гномики. Открывать не буду, потому что она на подарок. Если будет возможность, я обязательно засниму и покажу, что это за пижамка. Полотенчики новогодние. Сейчас мы с вами посмотрим. Поросята. Ой, красивые. Вот такие поросята. Далее вот такой вот набор. Здесь идет фартук и две прихватки. Одна прихватка простая, круглая, другая в виде варежки. Такая красивая расцветка. Смотрите. Елочка называется набор. Красивый набор. Это плед. Сейчас вам покажу, что за плед. Какой он приятный. Ой. Красивый плед. А какой он мягкий. Ой, мягкий. Я люблю, когда плед такой мягкий, не цепляет руки. Бывает такого качества, что прям неприятно притронуться. А этот прям такой отличный плед. Сложу его на место обратно. Потом здесь у нас получается одеяло, двухспалка идет, лебяжий пух, вот такое одеяло тоже пойдет на подарок. У нас точно такое же есть одеяло, и мы родственникам такое одеяло отправляли, они в восторге. И еще одно одеяло, это уже идет верблюжье. У нас тоже такое есть одеяло, мы тоже от него в восторге.
раз, вы отправляли такое одеяло, очень понравилось, поэтому заказали повторно еще раз. И сейчас я пробегусь быстренько по комплектам. Вот такой детский комплект. Красивый. Кстати, комплекты у них детские вообще красивые. Очень яркие, красивые такие. Гляньте. Прелесть. Такая собака с Дональдсом. Еще детский. Свинка Пеппа. Такой комплектик. И еще один комплект. Здесь получается коняшки пони. Вот такой комплект. Каруселька написано. Это был интернет-магазин «Беру оптом». Не забывайте забегать, смотреть, пока есть акции, скидки. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Заходите, смотрите и заказывайте. Вот так я сегодня настиралась, хоть и на прищепки повесила. Все прищепки вырвал ветер. Сейчас вам покажу. Вот, пожалуйста. Видите? Вот что творит у нас ветер, ветерок. Да и застирать не получится в бане, и это не в ванной. В ванной там где-то потихонечку еще все это можно сделать, а в бане нет. В бане вообще неудобно. Ничего не постираешь. Да и лишний раз мочить баню не хочется. Вон все прищепки валяются. Что ветер так сдувает. Такой хороший ветерок иногда бывает. Були, прям теперь не пройти, да? Не надо ходить. Вас просили снимать почаще. Красота. Съемки платные. А ты что, рейки пилишь? Да, у нас вот на. Ой, разлетались. Что, поехали? На столик с Надей ждут, уже звонили опять. А? Я уже пошла одеваться, Руш. Ну, я тебе не буду переодеваться такое. А чё? Пошли. Сейчас я доделаюсь. Ну, ты хотя бы обувь переобуешь. Сейчас я доделаю сначала всё. Давай, я пока туда переоденусь. Приехали мы в гости к Толику с Надей. С подарочками. Сейчас пойдем. Они эти обрезали, походу. Чего обрезали? Розы. Ну, по-моему, их уже давно обрезали. Толик! Что-то у них случилось, лев ствол убрали. Да, вот здесь пробулы состава. Ну да. Не, мне кажется, это обрезали просто. Не было обрезано. У вас здесь что творится? Сейчас зайдем в домик. Старенький-старенький домик. Лет ему сколько? 130 лет ему в этом году. Ого, 130 лет. Опаньки, это такой выключатель, что? Да, ну я свет включил. Прикольно. Слушай, неплохо. И плинтуса. Кровать, я, наверное, все-таки эту кровать выброшу. Она, представь, будет третью часть комнаты занимать. Сюда бы тебе диванчик какой-нибудь такой, аккордеончик, знаешь? Который раз выдвинул его, легко задвинул. А линолеум у тебя какого класса идет? Полукоммерция или... Ну такой, да? Нет, на роликах на нее не пойдет сюда. Не пойдет. Он этого прорежет. А что, он не раздарился, да, у тебя? Еще немножко нет. Но он вообще был такой весь, это уже нормально. За два дня уже такой. А как ты его вез, если он такой длинный? Ты в машине? Сиденье разбирал? Не. На багажнике сверху? Не, в багажник до лобового стекла. И вот так вот выглядывало. Вот так где-то. А как дети ехали?
Между. Посередине, короче, от меня. Ну нормально, чё. Да я как увидел, я же зашел там, они что-то, как вы купили его этот, получается, знакомым через интернет, вот это купите. Я захожу, он у них лежит там в коридоре, я глянул, он гений машины. А я досок набрал, думал, буду на багажник там увязывать. Так ты мне тоже, когда помнишь, говорит, что это. Я говорю, а какая ширина? Ну столько на столько. Я говорю, блин, а как это, я не увезу. Не, ну смотрите, вот какая комната была и какая стала вообще, да? Да, я сейчас хочу ролик полностью, как я делал ремонт, повырезать. Ну как представлю, как это будет долго, что-то не очень хочу. Поверь мне, это не дольше, чем ты ремонт делал. А где твои березки обещанные? Да еще черной краски не то. Да, черный. Или маркер взять. Лучше не стоит, так оставь. Белый оставить? Да? Угу. Ну все. В глаза будут бросаться. Хватит, что ли? Выпало какого, только там ты набулась, теперь ты развиваться. Что, узнаешь? О, уже не я так, узнаю. Не так страшно, да? Не хватает этого пола с обогревом. Да, теплого пола. Да я не знаю, мне вот знакомый, который занимается. Ты что, такое качели, что ли? Нет, это с кровати. А-а-а. И что, знакомый не советует теплый пол? Он сказал, что он настолько токсичный, говорит, только плитка. Смысле, ни ковролин, ни линолеум, ни нельзя, да? Этот, как его? Паркет, ламинат. Паркет можно, ламинат нельзя. Паркет только натуральный, если он клеенный, уже нельзя. То есть, говорит, что получается, все время вот эти токсины выделяются, если теплый пол. Вот, сестра, у сестры вот дом, они сделали полностью под теплый пол. Но она говорит, что зимой, да, говорит, ну, Ташкент. Летом, говорит, ну, какой-то теплый пол, говорит, это, говорит, невозможно не разуться, ничего. Ну, все время холодно. А лето наоборот, нормально это. Не, мы будем плитку ложить, да, у нас в доме? Обязательно. На кухне? Нет, там на самом деле просто мы знаем о том, что нельзя где делать, поэтому у нас, где у нас будет жилая комната, и мы будем спать, там не будет теплого пола. Все, только одна это, да? Можно да, шерстяной ковер ложить. На плитку шерстяной ковер. Если раскошелиться. Не, я говорю, сюда диванчик какой-то можно, угловой, либо раскладной такой. Ну, пока кровать поставим, там посмотрим. О, вот эта лампочка разгорается долго. Короче, я хочу вот так вот это. Вот так перегородку с этой стороны тут прибить, и к ней, чтобы пришиваться. И это. Короче, вот здесь типа банька, сама парилка. Вот я еще не знаю, где печку поставить. Ну, то стенки, да, скорее всего. Не, ну печку ему, этот, если он хочет из дома топить, с этой стороны топить, то лучше здесь где-то ставить печку. Я же хочу здесь еще просто, типа, или печь, или каминку, что-то такое, там, камин, каминку, камин, не знаю. Еще газпечка здесь же, она есть, то есть будет стоять газпечка, типа летней кухни. Хочу здесь банька, там вот, типа, отдохнуть. А тут вот, типа, там летом, чтобы можно было компоты поварить, чтобы не в доме. Потому что в доме там такое летом, когда варишь компоты. Ну, хорошо. Еще же душевую надо здесь кабинку где-то откануть. Может, вот тут вот так вот раз и, да? Не, ну, как бы кабинка должна быть там, в этом, все загорожено. Зачем ее это? Внутри бани? Конечно. Нет, а если ты зашел сюда, ты закрыл двери, и все, сюда никто не заходит. Ты в баню сходил, в душ сходил, сюда никто не зайдет. Ну, да. Дверь-то ты закрыл. И еще вот я сейчас в ступоре, мне надо воду сюда завести. Она шла вот там под полом. Вот. Я ее так вот отпилил, там шланг был такой вот гидравлический. И такой думаю, там как-нибудь обведу. А сейчас вот так вот думаю, блин, от, ну, копать. То есть можно было тоже ее забетонировать опять вот так вот. Что-то я вообще... Наперед у меня голова не это. Ну что, прокопать это можно. Но здесь, в парилке, она не нужна, вода. А поддавать в парилку ты как будешь? Ну, в самой парилке кран не нужен же. Ну, не знаю, мне нужен. Да? Я набираю воды, допустим, и поддаю. Та ведерко занес там? Ну да, в принципе. Идея неплохая. Хоть это все вынести теперь надо.
Теперь все вынесено, чтобы там не запалить ничего, да? Еще что комнату делать, шкаф будем разбирать. Да. Так что всем, кому интересно, во что превратится вот эта комната, подписывайтесь на канал Толика. Вот. И наблюдайте, наблюдайте, как она это все будет творить. Я вот должно вот быть интересно. У меня осталось цемента немножко, я вот это натирал уже. И вот это ж... Вот тут, думаю, сейчас тут немножко обдеру, сетку набью. Тут немножко раз, она как, короче, высыпалась. Это я вот забивал уже колья деревянные, чтобы набросать. Я боюсь, где-нибудь как выпадет пол стены. Кстати, дому, да, 130 лет, и он без фундамента, да? Без. Чисто на земле. Сколько ему лет? 130. 131 будет. Мне это самое, я в БТИ когда поехал, типа, слушай, давай тебе типа напишем дату посвежее, но это как-то говорит это. Ну, говорю, в районе, говорит, таких домов уже нету. Скажи, нифига, это будет как музей. Может, потом ценность повысится. Тебе, говорит, мы его списать должны уже 3 раза. Все, поехали мы. Все, все подписывайтесь на канал Анатолия. Мы поехали, увидимся позже. Пока. Мы же выезжали в гостинику, что давали там с посылки, чтобы она передала. И взяли помой, да. Это хрюшком, да. Только надо Рушани развязать, наверное, снизу прям. Вот видите, творит своему. Надо будет его убрать. Сейчас перестирать мне некогда. А хотя я могу стирку бросить, да, его. А вечером приедем его и это. Можно и так сделать. Повешу ее дома. Что у меня сейчас там сохнет кое-что на сушке. Ездили, звонил Анатолий, попросил помочь там диван. С одной комнаты вытащить в другую. Вот, съездили, помогли. Да я Наде подарочек отвезла, который на Новый год ей заказывала. Все, поехали, да? Давай дальше будем работать. Я сейчас пойду в зверь и переоденусь. А что ты резиновые сапоги обул? Ну какая разница, как тех, кто вытащил. Ноги не мерзнут в резине у тебя? Нет. С утра было холодно. Я начала яйца собирать и смотрю, там вообще что-то не могу понять, что такое происходит. Может, она там уже давно лежит? Нет. Сейчас, подожди. Еще ко мне сегодня какой-то день бешеный, все названивают. Вот я тоже сперва не увидела. Вон туда посмотри. Я начала яйца собирать, смотрю, там какие-то перья вон оттуда увидела, лежат. Как она тут залезла? Она, походу, уже все, сдохла. Мы же не знаем, сколько она пролежала. Не шевелится? Не-а. Что, сдохла? Она залезла. Да, в принципе, мне... А, она, может быть, даже аккуратно и сдохла из-за того, что она не смогла вылезти, да? А? Ну да. Клади.
у нас сегодня пельмешки. Ты что, почему без бульона их положил? А тебе с бульоном? Я сюда с бульоном. Я тебе немножко бульончик положил. Вон. Я в основном люблю тесто. А, ты, я все перевел, это я себе без бульончика, а тебе он с бульончиком. Нет. Да. Так что мы сейчас кушаем. Кстати, сегодня у Кристины день рождения. Поздравляйте ее, будем читать ваши комментарии. Сейчас поедем к Кристине в гости. Яйца набрала. Это подарок. Шучу. Подарок приготовили, сейчас покажу. Не сломай его. Да, вот такой вот подарок. Вот такой тяжеленький достаточно подарок. Но есть одно но, я не хочу, чтобы Кристина его показывала на камеру. Попробую с ней договориться. А яйцо взяли, потому что у нас сейчас уже во сколько? По 8, по 9 штук. 9 штук в день приносят куры. Представляете, какое счастье? Тут прям не хватало, не хватало. Тут на тебе, как пошли стрелять. Посмотрите, какие яйца. Счастье крупные. Полный холодильник. Угу. Крупное яйцо очень, да? Что, время так у нас что? Сколько? Ёкарный баба, без 15. Давай быстро кушать и выезжаем. Покушаем и обязательно скажем, как пельмешки получились. У нас здесь такой беспорядок, но это просто достала я с этого, с морозилки. Надо будет сейчас это все перемыть. Не сейчас, когда приедем, да? Да, давай, кушать и поедем. О, машина ждет. А, Танюшечка. Это Таня. А я думал, Алиса. А где Алиса? А? А, вот она, стесняшка. Она не обнимается. Будешь со мной обниматься? Там тетя Кристина, она. Там Кристина, да? Иди ко мне, идем ко мне обниматься. У тети Кристины сегодня что, Тая? Девочки. Ура! Давай, прыгай. Опа! Давай обниматься. Давно мы ее уже поздравили, буквально, да? Буквально час назад видели, да? Угу. Да, это тебе. Да ты что, сегодня тетя Кристина... Спасибо! Идем обниматься, пойдем. У тети Кристины день рождения, а подарки Алисе. Ой, я Алисе, да? Это тебе. Ничего себе! Остальные не, ну надо правда несколько игрушек выбросить, наверное, дома. Отдать. Смотри, да. Таечка, это зеркальце, я здесь девочка похожа. На тебя я похожа. Я когда увидела эту подушку, я сразу Таю вспомнила. Вы спасибо сказали? Да. Алиса, ты спасибо. А это кто у тебя? Мы доглядываем. Кошки. Что там, где ты? Вы заходили? Нет. Я нет. Мы просто поздравили ее. Мама, она сейчас выйдет? Да, да. Она в Одессе была домашняя. Да. Я бы давай собирайся уже. Тихо. Жизнь, у тебя здесь прям смотри, сколько машин, да, стоянка настоящая. Три машины поместились. А здесь это просто маслом намазано, поэтому машины сюда стягиваются. А и машины маслом, кстати. Не маслом, здесь медом намазано. Нет, если машины, где же. Здесь машины же ремонтировали. Да, нет, значит, маслом. Сейчас здесь я живу, здесь медом намазано. Масло я отменю. Все, мы поехали гулять, развлекаться. На заправку сперва. Мы уже прибыли на место. Здесь такие вот шары лежат. Прям на улице будем катать. Мне нравятся огонечки, да? Вот красиво сейчас начали делать, украшать. Желтенькие огонечки. Что ты говоришь, как шары будем темно? Делать? На улице прям гонять. Смотри, темно, что там. Нет, музыка играет. Правой рукой. Правой. Ну почти. Еще разок кидай. Кидай еще разок. Еще разок, два броска.
пока она тупить начинает. Все, он кегли собирал. Это тебя, да? А может, я еще разок. Может, хорошо. Я застрелил. Нормальный боулинг, вот от такого удара страйк улетает, а здесь что-то нет. Мы уже сколько играем, ни один человек страйк не выиграл. 37 минут играем. Вообще. Вот моя вторая половинка. Я хрюшка. Опять я? Да, ты постирала, сейчас буду вытаскивать. Сперва поедим. Мы уже дома. Уже достаточно давно дома, уже всех покормили, уже у Кристины в гостях были. Побыли. Да, уже со многими еще встретились. Вот. Пельмени. Сейчас сказать про пельмени. Пельмени мне очень понравилось. Я не знаю, как тебе. Мне вообще... Я, кстати, на Инстаграм снимала видео. Рушан сказал это. Потому что сам, говорит, лепил, поэтому и ем. Ну, в плане, допоздна то, что лепил, поэтому свой труд надо уважать и любить. Нет, на самом деле вкусные пельмени. Да.
Мы погуляли, часа 4-5 гуляли. Вот, хорошо провели время с друзьями, потом еще к другим друзьям заезжали после этого. Потом к Кристине заезжали, говорю еще. Вот, теперь у нас мы проголодались. Легкий такой, как говорится. Вся пицца улетучилась. Да, немножко. Как сожгли калории, сейчас ужин. Пополняем их. Картошка жареная. Пол 12 вечера. Что там, огурцы? Угу. Покушаем и будем спать ложиться уже. Пельмени клевые, мне понравились. Ни один пельмень не разварился. Вообще, это самое главное. Пельмени вкусные получились. Угу. Ничего. Спасибо всем за поддержку, кто поддерживал. Рука набьется, правильно там написали. Вот. Куда она набьется? Еще, ну, набьется стряпать пельмени. А. Ну, кто видел, конечно, этот влог. И там... И что-то хотела сказать. И... Тогда просто еще и ночь была, да? Мы с тобой еле живые были. Да, я вообще не люблю ночью вот это все. Эти, угу. Все, что кулинарно заниматься этим... Не хотела... Твои идеи вот эти ночные. Не хотела показывать Кристинкин подарок, но обязательно переходите на ее канал и смотрите. Вот, она меня уговорила, говорит, давай, нет, не так, говорит, не пойдет, говорит, будем это. Покажу, говорит, по-любому будут спрашивать. Ну ладно. Кто кушает, приятного аппетита. У нас сегодня картошка жареная. Хотя есть пельмени. И утка есть, много чего есть. Но захотелось просто... Рушан любитель картошки жареной. Да, что я, поделаешь, приходится. Я это, как говорится, далеко в корнях. Белорус, видимо. Все, всем приятного аппетита. И спокойной ночи. Я тоже люблю картошку. Мы с тобой белорусы. Бульбаши. Ну все. Всем пока. Пока-пока.